мастерству на четырех лапах. В Абакане собрались самые разные хвостатые и усатые. Овчарки, пудели, джек-рассел-терьеры, хаски. Это далеко не весь список пород. Всего два десятка собак. Соревнования Pitch and Go на ипподроме проходят уже второй раз. Организаторы говорят, желающих своего любимца показать, на других посмотреть, с каждым годом становится больше. Соревнование называется Pitch and Go. Это второе соревнование по счету в нашем городе. Первое было год назад, сейчас второе. То есть задача собаки по размеченному полю попасть в зону, поймать мячик и принести хозяину, заступив за линию старта. Насчитываются баллы за определенную зону, дается 90 секунд каждой паре. Учитывается все от того, как быстро песик пробежал, поймал ли мячик, у четвероногих, как у настоящих спортсменов, режим питания и тренировки. Мы занимаемся с момента, как она приехала к нам. С двух месяцев. Каждый день по два раза. Маленькую до года по два раза занимались. Супер, мега, гиперактивная. Сегодня вообще особенно чересчур. Любит очень бегать, особенно вот за какими-то предметами. Но вот не получается немножко по времени гулять с ней подольше, а вот такие мероприятия очень классно для нее. Ой. Ну, Лине полтора года, мы с ней месяца три работаем, ну, а с Киви тоже. А Киви три года, ну, с ними с детства работаю, это моя собака. За отличный забег не только почет и уважение, но и лакомство для зубастого олимпийца. Для восстановления сил шутят владельцы собак. Такие соревнования отныне станут ежегодными. Полина Назарова, Ксения Вербер, Александр Сердюк, РТС.